По рельсам, как по маслу, бесшумно и плавно теперь будут скользить самарские трамваи на обновленных участках. Когда город засыпает, на ремонт трамвайных путей выходят работники трамвайно-троллейбусного управления. На улице Тухачевского не ремонтировали рельсы много лет. Это один из самых сложных участков в городе. Движение здесь плотное и интенсивное. Здесь пришли в негодность уже по износу рельсы, вот, и идет замена. Также здесь ведется замена пересечений глухих, как, так называемых ромбов, и стрелочных переводов. Рельсы идут того же качества, собственно говоря, но в связи с тем, что здесь очень сильная интенсивность движения, то есть этих рельсов хватит лет на 8-10. В этом году в Самаре уже отремонтировали порядка 10 километров трамвайных путей. Почти половина от всех запланированных работ. Темпы в самарском ТТУ сбавлять не намерены. Кроме самих рельсов, пристальное внимание уделяется и всей транспортной инфраструктуре. Электроподстанции и контактные линии под чутким контролем. Также заботятся и о состоянии подвижного состава. В Самаре трамваи и троллейбусы больше 80% работают уже в изношенном состоянии. Им 30-35 лет, а некоторым даже 40 лет. Поэтому мы сейчас занимаемся активно реконструкцией трамваев и троллейбусов. Вот в настоящий момент мы занимаемся ремонтом 7 трамваев и 4 троллейбусов. По словам нового руководителя ТТУ, к концу года завершится проект новых трамвайных линий. А пока должное внимание существующим путям. После Тухачевского полное обновление рельсов начнется на заводском шоссе аэродромной промышленности Советской Ставропольской. Кроме капитальных работ, на многих улицах города проводится текущий ремонт путей. На эти цели в предприятии запланировано 30 миллионов рублей. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.